Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hustle Castle. Ух, ё-моё, нифига себе, сколько поражений. Так, ну что, я смотрю, персонажи у меня получили 93-й, да? Да, 93-й уровень. Помните, я вам говорил, что я их только раскачаю и сразу же поменяю своих. Мне нужно прокачать вот это вот до 100-го уровня. Вы мне также посоветовали, чтобы я их докачивал. Поэтому мы, наверное, этим с вами и займемся. Но сначала я ими поиграю сейчас маленько, а уже в конце серии засуну на раскачку. Ну что же, забираем, наверное, подарочки. Всем, ребят, большое спасибо. Я очень вам признателен, как всегда. И сразу же давайте отправим вам. Потому что, как вы помните, красные сундуки нам нужны будут для того, что когда мы с вами отправимся в портал, я мог добывать откуда-то яблоки, а не покупать их. Так, что у нас тут еще два, и у нас будет еще один сундучок с провизией, так скажем. Так, Тазгент, по-моему, уже давно не играет, насколько я помню. Так, ну-ка, надо посмотреть. Так, надо вот этому братку обязательно отправить, Серега. Так, а где мои-то тут, ребята, интересно мне знать. Ну-ка, да ё-моё, что такое, где? Я пока никого не вижу, нету их. Очень много новеньких, поэтому хотя... Ладно, давайте тогда сверху, сверху начнем. Так, Лопапа. Так, Сахаль, Атлантида, давайте отправим сюда. Илья. Так, Стазмазай. Стазмазай, темное братство. Этим ребятам тоже мы отправим. Так, вежливые люди сверх. Ну, главное, что это уже наши, наши отечественники, поэтому им можно отправить обязательно. Давайте вот здесь, Нагибатору, Дениске, так, Дон Хирано. Так, кто еще? Кион. Ну, хорошо, давай сюда отправим Андрюхе. Это Андрюха Власов у нас был. Так, Паха. Паша Александрович. Отлично, держи. Ну и кто? Так, Дебер Димки, он тоже не в клане, он, видимо, уже не играет. Видел его фотографию, высылал. Точнее, он ВКонтакте. Видимо, сейчас работает шеф-поваром в каком-то элитном ресторане. Так, Сергей Иванович. Ну и что, еще 5 подарков мы сейчас с вами отправим Роману. Так, тут у нас Серега и еще 3. Так, Славян Типков. Все отлично. Русская мафия тут. Аркадий Каминский. Держи. И последний у нас Гриван. Самураны. Это у нас Сергей Гр. Гр. Ну что же, в принципе, и все. Подарки отправил. Все очень хорошо, все замечательно. Забираем яблочки, деньги. Так, повар полтинник получает у меня. Алхимик 55-й. Все, он прокачался по полной программе. Это вот этот, да? Да, именно он. Поэтому я его... Кстати, он у меня хоть алхимик, но костюм-то у него часовщика. Ладно, хорошо, пускай идет вот сюда. Так, и эта барышня у нас тоже полностью прокачана на алхимика, но, к сожалению, у меня нету шмоток, чтобы я мог ей надеть. Ладно, не беда, ничего страшного, ребята. Так, тут у нас что? Древесинка. Так, плотник 19 уровня. Сталь, естественно, тоже забираем. Так, ну и смотрим, ребята, что у нас здесь. Так, забрать, обязательно забираем. Я в прошлый раз, видимо, еще не успел забрать, поэтому сделал это дело сейчас. Так, давайте посмотрим вот эти вот сундуки. Ничего хорошего здесь нету. Колечко, это нам не нужно, его разбираем. Почему мне все время на 85 уровень выпадает? Я до сих пор не могу этого понять. У меня таких персонажей и нету. Почему? Я уже думал, где-то должны за 90-е выпадать, а они мне все 85-е, 86-е уровни подсовывают, а? Ха. Так, что у нас тут происходит? Тут у нас ребята требуют ресурсы. Мне не жалко, я им дам, поделюсь, конечно же. Так, Торион присоединился к клану. Хорошо, Торион, поздравляю тебя. Так, 15 тысяч яблок Михаэлю. Давайте отправим. Ну и пока вроде бы все. Да, ребят, не обессудьте, что я не часто сюда лазю, даже когда захожу в игру. Ну, честно говоря, здесь вот этот вот чат, ну, он как-то недоработан. Лучше бы у нас было бы вот здесь вот как бегущая строка или на худой конец вот сносочку такую, чем все время туда заглядывать. Так, заберем, естественно, с вами вот этот сундук. Давайте мы сразу посмотрим.
Так, 60 яблок. Вот это мы разбираем. И вот это тоже 10 кристалликов. Ну, это уже хорошо. Да, кстати, надо сходить еще в бухту самоцветов нам с вами. Так, что еще можно сейчас сделать? По-моему, все. У нас есть вторжение? Вторжение есть, ребята. Полтора часа. Давайте быстренько, быстренько, как говорится, в темпе мы это все дело с вами пробежим. Заработаем еще сундучков. Сундучки здесь уже, как говорится, хоть какую-то ценность имеют, благодаря тому, что могут выпасть шмотки, которые мы разбираем, получаем за них кристаллы. И, соответственно, уже эти кристаллы будем распылять. Но все равно я хотел бы, чтобы у нас появился здесь обменный пункт, где можно белые, я уже повторяюсь, по-моему, да, но все равно еще расскажу, где можно белые поменять на зеленые, зеленые на синие и так далее. Как говорится, по возрастающей. Ну давай, давай здесь разберем. Кстати, да, ребят, наконец-то я понял, что вы мне писали, что почему я, когда отправляюсь в бухту, не беру с собой магию. Я вначале не мог понять, где и как. Думал, вы имеете в виду, которую надо покупать. Но нет, оказывается, там действительно можно брать свою магию, которая у меня есть. А как вы помните, я все время специализируюсь на ледянке, на ледяной магии, которая, как говорится, замораживает врагов там на сколько, 2 или 3 секунды. То есть, давая нам неплохой неплохое преимущество перед нашим врагом. Хорошо, здесь мы тоже собрали. Естественно, хотелось бы мне сходить в портал, но, опять же, я думаю, что на этих выходных, наверное, ребят, не получится, потому что, опять же, проблема вся в деньгах. Вы прекрасно знаете, что там нужно покупать улучшения, если мы хотим с вами получить новые шмотки. Без усиления там делать нечего. Можно, конечно, зарабатывать по 1-2 кристалла за один поход, но я думаю, что это вас не устроит. Вы же хотите, как говорится, посмотреть все самое лучшее. Поэтому надо стараться, стараться зарабатывать, стараться делать видосиков побольше. Как говорится, вы сами прекрасно знаете, что чем больше видосиков, тем лучше для нас. Но видосики, конечно, хотелось бы делать, как говорится, такие, ну, для того, чтобы вы могли понимать, что здесь в этой игре происходит и как здесь нужно вообще в нее играть. В данный момент вы прекрасно понимаете, что я застопорился на этом месте, на этой арене, на которой не могу... О, тихо, подождите, на которой не могу даже ничего сделать. Ну, смотрите, ну как вот так вот? 87-й уровень, да, я не спорю, зеленая шмотка. Ну, на 87-й. Ё-моё, ну это же жесть. Вот почему, ребят, я и не рискую заказывать легендарные вещи здесь у себя, как говорится, на крафте. Потому что, представляете, лего выпадет у меня на 87-й уровень. И куда я ее одену? Нет, она, конечно, мне даст какой-то плюс. Но мне нужны шмотки 70-го, ой, 70, чё я горожу, 100-го уровня, 100-го, конечно же. Это как минимум, у нас, по-моему, максимум 100-й уровень. Чё-то я, ребят, тут, видимо, на солнышке немножко притомился, поэтому не обращайте внимания, вы все прекрасно понимаете, что я хочу сказать. Ладно, осталось совсем немножко, ну, естественно, за это время я здесь всех их разберу. Никуда от нас это вторжение не уйдет. Причем я заработаю еще карточку для похода на арену. Как вы помните, мне практически все с нуля нужно собирать. Насчет сундука адепта и мастера, да, действительно, я ошибся. Там нужно было сундук мастера. Кстати, я сейчас хочу глянуть, сколько он стоит, ареновский-то этот сундучок. Но, по-моему, он недешево достаточно. Так, в магазин. Смотрим. Да, сундук мастера. Ну, вы представляете, да? 39600 очков. Я за эти очки смогу купить себе любой артефакт, который вот здесь вот продается. То есть нет вообще смысла. Да и накопить мне на это будет очень-очень проблематично. Да. А я взял... Ё-моё. А я взял вот этот вот, ребят. Сундук адепта. Вот. На него я все спустил деньги. Точнее, не деньги, а вот эти вот свои жетончики, эмблемки, короче, PvP выигрышные вот эти вот штучки. И приобрел себе ерунду. Зря, надо было все-таки мне брать артефакты и все. А потом уже, может быть, как-то пошло дело в гору, и мы с вами могли бы уже что-то лучшее приобрести. И когда-нибудь уже со временем могли бы купить себе сундук, сундука адепта этого. Так, ну что, здесь довольно все легко и просто у нас проходит.
без каких-либо эксцессов, так что двигаемся дальше. Тут у нас осталось совсем немножко противников. Вот, еще двое буквально. Сейчас мы с ними разберемся. И, наверное, пойдем уже с вами в бухту самоцветов с магией, естественно, и попробуем пройти, может быть, немножечко подальше, если у нас получится, конечно. В любом случае, пыль и самоцвет мы один с вами в любом случае добьемся, выбьем. А вот второй уже вряд ли. Вряд ли, конечно. Но попытка не пытка. Что у нас тут выпало? Еще два сундучка, замечательно. Ну что же, последний враг. Давайте атаковать. Ну. Так, големы и там некромант у нас заныкался. Типа его не видно. Уже отдыхает. Ну давай, 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 давай. Разобрали. Все, отлично. Можно смело возвращаться домой. Получаем синий ящик с вами. Угу. Из него, естественно, уже будем забирать наш билетик на арену. И заодно вот эти вот ящики все с вами подкрываем. На разборку. 84 уровень. Здравствуйте, приплыли, а. Сковородка эта не нужна. Я максимум оставляю зеленые и синие предметы. Это тоже мне не нужно все. 83. Так, здесь у нас это идет на разборку. Так, и вот он билетик. Хорошо. Билетик есть, то есть уже не зря, как говорится, отбивались от орков. Так, 4,6. Ладно, мы пока это оставим. Может быть, кому-нибудь наденем этот костюмчик. А вот это уже идет на разборку. Так, здесь у нас ресурсы. Зеленый. Так, оставим это для алхимика. Может быть, кому-то и пригодится. А вот это вот бахаем. Не нужно мне оно. Так, вот это тоже разбомбим. Сила магии. Ерунда, короче. Я себе все здесь подзачистил, ребята, оставил по минималке, чтобы инвентарь не захламлен был, а то я там начинался уже путаться. Так, что опять здесь? Забираем еще два сундука. Хорошо, давайте их быстренько откроем, посмотрим. Так, кольцо на разборку. И вот эта вот магическая ряса тоже идет на разборку. В принципе, с этим все, покончили. Это у нас, как говорится, повседневка сейчас только что была. Ну и давайте, наверное, быстренько с вами сделаем участвовать. Пускай он участвует. Так, пускай без моего ведома все будет на автобой, естественно. Так, у нас портал закрылся. 87 душ. Бред. Ну что ж, давайте отправляться в поход за самоцветами. Разместить лучших. Так, да, добавляем свою магию сюда. Заполнить. Вот она. Ледяная ловушка. Подтверждаем и вперед из песней. Так, миллион мощей. Все понятно. Кстати, да, вы заметили, что минимальная ставка у нас уже здесь от миллиона мощей идет. Так, здесь ускоримся, потому что без проблем должны разобрать. Поэтому особо не будем здесь зацикливаться. Главное, чтобы у меня, вот когда падает воин или еще кто-нибудь, успели его рисануть. Если они не успеют, и мы с вами пробежим дальше, все, он из боя автоматически исключается у нас. Так, здесь, в принципе, тоже, я думаю, мы справимся. Вау, оглушение какое-то. Так, давай-давай-давай. Главное, не падай у меня, держись. Фух, выдержали. Отлично. Вторую волну мы с вами прошли. Да, совсем ничего получаем. Крохи. Так, в бой. Посмотрим, как у нас здесь дело будет обстоять. Ну, если что, мне придется, наверное, ледяночку использовать. Так, рисанут? Ну, конечно, рисанут, ребят. Как же без этого? Так, упал, давай-давай, резай. Так, хорош, хорош. Накопи мне нарез быстрее. Воин упал, ё-моё. Ну, маг, ты будешь резать или нет? Да чё ж ты так тупишь? Ну вот, ребята, вот тебе и результат. Я не понимаю, почему. Ну да, вы писали, что мало их резальщиков у меня в группе. Но я же вам объяснял, что я еле-еле нашел один посох. А, подожди-ка. Сюда нам нужно кого-то добавить. Информация, ты у меня кто? Ты у меня хилер. А ты... ты тоже хиллер. 90... Так, 93 уровень у девочки, а у тебя... Ой! Черт подери, куда он? Вот он, да, по-моему? Тоже 93. Ну и ладно тогда. Погнали. Добавить? Ну, давай добавим. Добавим магию себе. В бой. В любом случае, я должен заработать хотя бы один самоцвет здесь. Иначе будет поход просто сделан зря.
Так, заморозим нафиг это все дело. Надоели уже здесь резаться. Так, упали, добиваем. Ну и здесь все у нас хорошо пошло. Но опять же, блин, с одним воином далеко не пробьемся мы. Так, заработали. Я надеюсь, что он все-таки окажется у нас в этом сундуке. Поехали дальше. В бой. В бой идут одни старички у нас. Так, давайте-ка мы сделаем вот так вот и ускоримся. Во, отлично пошло дело. Давай, 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 давай. Разобрали. Саса. Саса был. Так, продвигаемся с вами дальше. Здесь у нас уже, оу, почти как у меня мощей. Угу. Так, наверное, нам надо с вами добавить немножко заклинаний. Вот, вот про эти, ребята, я думал, вы говорите, которые нужно покупать. А вы видите, у них цена такая довольно серьезная. Так, добавляем магию. Блин, надо будет опять заказывать ее. Уж очень быстро она у нас тратится. Так, ну и, конечно же, пойдемте с вами в бой. Тут уже выбор соперника пошел, отсчет. Так, заморозочка на ускорение. И еще одну заморозку придется делать. О, у него артефакт. Это плохо. Давайте быстрее ронять. Так, упал. Упал, и здесь закромсали мы лучника. Замечательно. Блин, всего три магии осталось. Сейчас мы еще с вами доберем. Вот здесь нужно... Блин, по мощам он меня круче. Эй, не знаю, получится. В любом случае нам придется пытаться. По-моему, я еще ни разу не проходил эту волну. Сейчас будем пытаться. Блин, у него два воина. Так, я делаю заморозку. И придется мне, наверное, ей все время пользоваться. Постоянно. Оу! Оу-оу-оу-оу-оу. Началось, началось. Так, давай-давай-давай, еще заморозочку. Бум! Да ё-моё, вот так у нас сейчас и пойдет все это дело. Они будут все время резать. Хотя, возможно, уже вряд ли успеет. Но я потратил, как видите, всю свою магию. Да. Ну, здесь уже разбомбили. А вот со следующим отрядом, ребят, 100% будет полная борода, и мы не пройдем. Не хватит даже магии. Если бы была бы она полностью. Так, ну что же. Блин, фиолетовый уже этот порошок у нас здесь. Эх, заколбасят меня здесь, ребят. Ну-ка. Да, мы даже бомбим по ним 3 часа, пока он тут упадет. Тем более, они будут их постоянно резать. Да, пробьют у меня сейчас, по-моему, моего воина. Ну, даже рез тут вряд ли спасет нас. Ой, начинается, начинается. Все, переключились они на моих магов. И мои маги, как видите, сейчас будут падать один за другим. Да. У него слишком много реса. А у меня как раз и не хватает именно ресальщиков. Так можно было бы, конечно, побороться бы. Ладно, забираем свою награду. В конце концов, посмотрим, что нам здесь выпадет с вами. Надеюсь, что-нибудь полезное и хорошее. Ну-ка, открываем и глядим. Ё-моё, смотрите-ка. Два самоцвета. Один у нас идет на уворот, другой идет на урон. На физический урон. Ну и немножко пыли мы с вами собрали. 11 синий, 30 зеленый и 68 обычный белый. Да, не густо, но все-таки два самоцветика — это уже что-то. Это хорошо, я бы так сказал. Так, давайте-ка мы с вами, наверное, поставим на распыление белые вот эти вот кристаллы. Использовать, конечно же, все. 345 пыли. Это ничтожно мало, ребята. Помните, у меня были тысячи, там, 10, по-моему, или 15 тысяч пыли. Как я их быстро все истратил, практически ничего толком не сделавши. Но зато мы можем с вами инструктировать уже свои вот эти вот, на что у нас там были. Так, подожди, что такое? Выбери... А, я еще и в самом низу. Йо, да ладно. Я вообще здесь дрищ полнейший. Офигеть, ребят, я получу даже не 100 очков, по-моему, 50. Да. Не пробиться, не прорваться. Но все равно, ребят, все еще впереди, не волнуйтесь. Мы наверстаем. Все дело в шмоте, все дело в артефактах. Это все нужно, ребята, как говорится, получить. И желательно в короткие сроки. Но для этого я, конечно, хочу прокачать их всех до соточки. Чтобы шмотки действительно уже подходили. А не то, что тогда у меня были одежда,
Кольца вроде бы все есть, а уровня не хватает, чтобы они это могли все носить. Так, можем мы что-нибудь с вами создать? Например, броня на магов. Не хватает буквально одного синего, чтобы я мог один фиол сделать. Ну, значит, этого и не нужно нам сейчас. Чем тогда можем заняться? Так, портал не работает. В бухту мы с вами уже сбегали. На арене сами прекрасно видели. Ничего я сделать не смогу толкового. Блин, и вот знаете, что не хватает вот в этот вот момент? В этот момент не хватает какой-то истории, куда бы можно было бы сходить, что-то, какое-нибудь подземелье или что-то в этом роде, где можно было бы что-то пофармить. Действительно, не хватает. Драться вот с этими, нарабатывать себе рейд, я не вижу смысла в этом. Здесь, как вы знаете, один раз всего лишь нам было доступно, и то в честь какого-то праздника, по-моему, китайского Нового года, если не ошибаюсь, да? Мы там дракона с вами валили. Хотя было довольно забавно, и причем я бы не отказался, если бы они сделали бы какие-нибудь ежедневные вот такие вот квесты прикольные, где можно было бы проходить и что-то для себя полезное зарабатывать. Какие-то там осколки, артефакты. Я думаю, что народу бы это понравилось. Hello, это мне что ли пишут? Нет, скорее всего не мне. Поэтому без всяких там hello. Ну и что? Вот что вот делать сейчас в данный момент? Ума не приложу. Ну, можно, конечно, разобрать какую-нибудь синюю шмотку, поставить на крафт. Ну, что у нас тут из синего? Ну, вот это вот, например. Броня и магическая броня. Кстати, вот это вот как затесалось здесь, я не пойму. Или какое-нибудь колечко. Магический урон. Хоть они и синие, но мне их жалко, честно говоря, разбивать. Ну, давайте вот это вот. Пускай это у нас будет в кристаллы превращено. И мы закажем с вами броню. Или лучше оружие? Нет, по оружию вроде бы... Хотя, может быть, ребят, если мы с вами закажем посох, а вдруг у нас скрафтится нарез, да причем еще и эпический. Была не была, ребята, все, ругайте меня или что хотите делайте, а я все-таки сделаю так. Хотя по броне вы сами прекрасно знаете, что я тоже очень сильно отстаю. Очень сильно, блин, не хватает. Блин, был бы у меня вот этот вот арбалет эпический, я думаю, что было бы неплохо. Или эпические вот эти вот ножи. Ну вот он у нас, воскрешальчик. Сами посмотрите, с каким он ходит посохом. Ё-моё, на 91 уровень. Ну, дрещёныш, ё-моё. В принципе, как бы, ребята, и все. Ё-моё, вы посмотрите. У нас уже в чате русского языка даже нету, ё-моё. Все англы одни присутствуют. Выживают нас отсюда. Да, ребят, и выживают нас отсюда именно донатом. Они себе могут этого позволить, мы, к сожалению, нет. Вот и пускай, наверное, дерутся эти корейцы, китайцы и американцы там между собой. А мы, как говорится, постоим в сторонке, подождем и уже потом самого сильного будем бомбить. Чем заняться сейчас? Ума не приложу. Что мне можно сейчас сделать? На арене не поиграть? Так что вот, господа программисты, вам стоит задуматься, чем можно еще занять народ. Конечно, мы можем еще, по-моему, разок сходить с вами в бухту. Да, насчет бухты. Я же магию всю потратил. По-моему, пора обратно ее заказывать. Так, подожди, готовить, да. Давай вот эту ледяночку закажем себе по полной программе. Потратим очень много маны, но она нам пригодится для следующего похода. И, кстати, да, по-моему, у меня же там... Так, все. Два самоцвета, которые я хотел воткнуть куда-нибудь. Так, посмотреть надо, какие. Так, это, по-моему, все, которые есть. Улучшение самоцветов. Так, нафис, нафис. И вот это у нас, по-моему, идет на уворот. Ну, предположим, сделаем вот так вот. 26, как и было. А вот это вот 39. Ну, если мы еще вот это вот 45. Хорошо, давай улучшать. И поставим мы, наверное, это воину, я думаю, что это незачем. Вот сюда, наверное, мы воткнем. Да, моей лучнице. Все, пускай будет здесь. И также у нас, по-моему, с вами еще один... А, еще два даже, которые идут на атаку. Но улучшить я уже их не смогу. Хотя, так, инструктирование на атаку. Сюда я могу, например, воткнуть.
Плюс 7 и еще плюс 7. Я же их потом могу вроде бы, да, улучшить, когда они уже воткнуты. По-моему, да. Но если что, будем извлекать. Так, плюс 7, плюс 7. Также получается 14. Хорошо. Подожди, а у меня что, их два, что ли? Или я лучницы не воткнул? Так, использовать. Ну, подожди-ка. Не воткнул, видимо. Давай вот так вот сделаем. Все, ребята. Так, ну что, как я и обещал, да, в конце серии я, ребят, буду заменять своих ребят, ставить их на прокачку. Для этого у нас нужен лучник мой. И нужно кого-то, наверное, 94 уровень, вот этого вот охламона. Ну и что, пускай у нас дальше идет прокачиваться. А этих ребят я вот сюда загоняю. Ну, естественно, это где-то у нас на пару недель, ребята, зависнет вот эта вот прокачка. Потому что все это очень долго. Но если здесь вот нам придется подождать с вами сколько? 5 дней, чтобы она получила сотый уровень. 5 же дней. Ну да, 5 дней. А этому нужно поднимать, ё-моё, аж 6 уровней. 6 на 5 месяцев этот парень у нас тут зависнет. Наш ресальщик. Ну и что? Ничего не поделаешь. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этом мы будем завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами вскоре. А на этом все. Всем пока, всем удачи и хорошего настроя. Thank you.